Я. Мы с ним не сговаривались, вот, но так получилось. И в молитве я тоже слышал несколько фраз таких к Богу, которые я, о которых я тоже размышлял, о которых тоже буду говорить. Вот, и если назвать тему, как-то заглавить ее, то она будет называться «Жена, которую ты мне дал». Хотя я не буду говорить о женщинах и о женах, вот, но вы потом поймете, почему так. Но тема так называется. Я вот, когда читал «Бытие», начало, вторую главу, я читал, ну, вот, самое начало грехопадение человечества, которое началось с Адама и Евы, мы все знаем, надеюсь. Вообще там вот в начале Библии, в Бытие, очень много что произошло. И, в принципе, основные моменты, которые произошли, происходят сейчас, они начали происходить уже тогда. Там было непослушание, и было желание, о чем говорил Максим, познать все сразу. Все сразу узнать. Люди всегда это хотят, все знать. Не хотят терпеть, не хотят учиться. Просто все знать сразу и все. Там в начале в Бытие было первое убийство, первая зависть, да, там мы знаем, Каин с Авелем, было у них два брата, и Каин убил Авеля. Вот. И давайте откроем Бытие вторую главу. Сейчас я там буду читать какие-то моменты, чтобы было больше понятно. И там, в этом месте, я увидел тоже первый религиозный момент. Оказывается, что, ну, для меня так открылось, что первая религия тоже была там, в Эдемском саду. И участником этого был Адам с Евой. И здесь вот история этой главы описывает сотворение Богом всего того, что Он сотворил, включая человека. И в 15 стихе написано, что Бог взял человека и поселил его в саду, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смерти умрешь. И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот это кость от костей моих, и плоть от плоти моей.
она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». И здесь, вот в этой истории, я вижу, как начинались отношения человека с Богом. Как Бог сотворил все для человека, поселил его в Эдемском саду, где было для него, где был для него целый сад с плодами, от которых он мог питаться. И этот сад был наверняка красивый, и плоды наверняка были вкусные. И Бог создал помощника Адаму в виде зверей, и самого лучшего помощника, которого создал Бог, который дополнял все остальное, это была жена. И привел Бог этих зверей к Адаму и дал возможность ему дать им имена, назвать. То есть, другими словами, Адам знал Бога как Бога Отца, от которого исходит все доброе, все благое и все то, в чем нет подвоха, все то, что можно просто брать спокойно и не переживая пользоваться этим, то, что привел Бог. Потому что то, что здесь написано, это все, что, в чем человек нуждается. И находясь в таком состоянии, Адам, дальше вот написано, что Бог сказал ему: отовсюду можешь питаться, от любого дерева, но от дерева познания добра и зла не можешь. И, в принципе, сам Адам соблюдал этот завет. До того момента, как не произошла история, которая написана дальше, в 3 главе, где змей, написано, что он был самый хитрый из всех зверей, который подошел к Еве или подполз, в тот момент, наверное, подошел, и начал ее обольщать, начал ее обманывать. И у него это получилось. Получилось потому, что жена поверила змею. И через то, что она поверила змею, поверила обману, был обманут и сам Адам. И вот когда Бог спрашивал у Адама, это уже в 3 главе, и сказал Господь Бог, 3 глава, 11 стих: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне есть, и я ел». И я много раз слышал вот эти вот слова Адама, да, объяснение слов Адама, что Адам оправдывался перед Богом, что как будто бы он хотел все свалить на жену, и поэтому говорил, что я не виноват. Виновата жена, которую ты мне дал, поэтому что с меня взять? Иди у нее и спрашивай, иди ее и наказывай. Но я увидел по-другому здесь Адама. Я не думаю, что Адам так быстро испортился. Я не вижу здесь даже момента, где бы он успел это сделать. Ведь Адам знал Бога, как я вот раньше сказал, как Бога Отца, от которого исходит все хорошее. И поэтому, когда он ему говорит, что жена, которую ты мне дал, я вижу здесь такой подтекст, что чуть ли он не просит прощения, что Бог, прости, но я думал, что все, что от тебя, я могу спокойно доверять, что все, что ты мне дал, включая зверей, включая плоды из дерев, включая жену, это от тебя, и от этого не может исходить никакого подвоха. И поэтому я просто взял, не думая от того, что дала мне жена, и съел. И мое мнение, это лично мое мнение, что Адам проявил здесь просто наивность, проявил здесь такой момент, что он должен был, как дальше нас Библия учит, бодрствовать, и он должен был вникать в то, что говорил Бог, глубоко размышлять над этим, для того, чтобы потом не быть таким доверчивым, не быть таким наивным и просто доверять всему тому, что как будто бы казалось от Бога. И что я в этом вижу вот на сегодняшний момент?
Почему я говорил, что я увидел религию здесь, вот в этом начале Библии, во второй, в третьей главе Бытия? Потому что здесь может скрываться религиозное восприятие отношений с Богом у людей. Потому что когда мы приходим в свет, когда мы рождаемся, когда мы начинаем слышать первые слова о Боге, нам говорят, что Бог есть любовь, что Бог благой, что все, что от Бога, оно нам во благо. Но так как мы сами не понимаем, что конкретно имеется в виду и как нам различить, для себя определить, что конкретно есть добро, что есть зло, то вот эта вывеска от Бога, да, вот Алексей говорил, что к нему пришли люди, и они к нему пришли с этой вывеской. Они к нему пришли с такой табличкой «Жена от Бога», что как будто бы они от Бога, и им можно доверять. И как будто бы, если они от Бога, если они церковь Христа, значит, все, что они говорят, все, что от них исходит, ты должен кушать. Но это очень большая ошибка, очень большое заблуждение, потому что в мире есть очень много направлений, много учений на религиозном основании, где каждый приходит к тебе и говорит, что он от Бога, что его вера, она от Бога, что его церковь, она от Бога. И тогда как быть тебе, чтобы не быть обманутым, чтобы не вдруг не съесть вот это вот то, что не нужно есть, то, что Ева принесла Адаму, потому что он ее воспринимал от Бога. И люди попадают в такой обман, попадают в такую вот, как бы, сеть, да, которую расставляет змей, для того, чтобы не познать истину, в конце концов, что на самом деле является от Бога или нет. Здесь вот в Бытие, вот во второй главе, Адам говорит, и сказал человек: «Это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». И здесь я вижу, что Бог дал Адаму все. Он дал ему здесь все для его плоти, все для его души и все для его духа. И здесь, где написано, что Бог ему дал сад с плодами, где он мог питаться и вкусной едой, здесь все, что нужно было Адаму для плоти. Здесь он говорит, что Адам, что оставит человек отца и мать и прилепится к жене. И вроде бы незаметный простой стих, но в нем я увидел откровение, которое Бог дал Адаму. Откуда Адам знал, что есть понятие отца и матери? Откуда Адам знал на тот момент, что люди рождаются, и у них и плод их рождения, это будет отношение отца и матери. Ведь Адам был первый человек на тот момент. Но уже Бог ему открыл, что будет отец и мать, что будет процесс рождения. И для души Адам тоже все имел, потому что душа его тоже была наполнена в Эдемском саду. И поэтому Адам был так расположен к Богу, что просто не мог ни даже задуматься, что вот все, что от него, может быть какой-то подвох. И здесь просматривается такая интересная цепочка, что если рассматривать жену Адама как религию, образно говоря, да, что вот как будто бы жена от Бога, да, и ты берешь просто слепо и принимаешь все, что от нее исходит, то здесь получается такая нехорошая цепочка, что ты слушаешь жену от Бога, а жена от Бога слушает змея. Потому что жену от Бога обольстил змей, обольстил тот, кто лукавый, тот, кто противник Бога. И получается, цепочка обмана исходит, как будто бы она глубоко зарыта, как будто бы она, Адам поверил жене своей, да, просто взял у нее плод. Но исходило это все не от жены, исходило все от змея. И поэтому Адаму нужно было не доверять не тому, что от Бога, а просто доверять самому Богу. Нужно было помнить, что ему Бог говорил, и нужно было проверять плоды, которые ты ешь. Потому что не нужно брать все, что тебе подсовывают. Не нужно считать за истину
всякие слова. Даже в притчах написано, что только глупый верит всему, что слышит. И я когда начинал свой поиск Бога в своей жизни, я тоже не верил всему, что я слышал. Хотя я не слышал ничего плохого, но я хотел все проверить и во всем убедиться сам. Я был похож на Фому, хотя я не был неверующим, но я хотел вложить вот эти вот свои руки в раны Христа, чтобы не просто слышать о них с чьих-то слов, а самому иметь свое собственное видение и откровение вот, о том, что является Божьим и что не является Божьим. Потому что для того, чтобы нам определить в этой жизни путь и истину, нам нужно, чтобы сам Бог нам это открыл, а не жена от Бога. Для того, чтобы нам не обмануться в направлении, которое избрать, нам нужно просить об этом Бога. И то, что Он скажет, верить этому и исполнять. И дальше мы в Новый Завет пойдем, в Евангелие от Матфея. Там седьмая глава. Там есть две истории, которые которым я продолжу свою мысль. Здесь 7 глава Матфея. Здесь притча о строителе, о двух строителях. Я когда ее читал, я начал задавать вопросы, искать на них ответ. И я так далеко ушел в своих вопросах, что я потом думал, ну, почему меня интересует всегда что-то самое какое-то замороченное и сложное? Почему мне вот простые бы вещи какие-то, вот, что попроще бы, не интересовали? Но вот так вот получается, что все взаимосвязано, и вот последние размышления, и последние наши проповеди, все как будто об одном идут, в одном направлении, и говорят нам, а вот именно лично мне, то, что я слышу, говорит Бог о том, что сейчас такое время переживают люди верующие и неверующие, в основном, конечно, верующие, и тем более, что таких большинство, именно вот какое-то разочарование, да, от Бога, разочарование от того, что во что они верят. И я считаю, что уверен в этом, что причиной это является, это, конечно, религиозное восприятие и религиозные отношения к Богу. Потому что что такое религия? Религия – это то, во что каждый человек сам заключает Бога. Он заключает его в свое собственное представление, и потом то, что он сам себе нарисовал, он в это верит и ждет от этого какой-то результат. И когда не получает, как следствие уже приходит разочарование. И здесь вот в притче, 7 глава, 24 стих, о двух строителях написано, что «Всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». И я начал думать, а какие слова слушает? Здесь о каких словах написано? Что конкретно Иисус говорит? Потому что до этого Иисус наговорил столько, это Нагорная проповедь была, что если все, вот, что Он сказал, нужно исполнять, то это нереально. Это просто нереально. И это возможно только было Ему самому, Христу, который все это сказал. Тогда получается, что здесь замкнутый круг, что получается Иисус дал те слова, которые ты не можешь исполнить, но сам в этой притче говорит, что тот, кто их не исполняет, он в конце концов является человеком неблагоразумным. И дальше написано, что есть история чуть-чуть выше, это в 21 стихе, которая немножко мне открывает вот то, что говорит Иисус, потому что Иисус говорит, что нужно исполнять Его волю. И в чем заключается воля, там написано в 21 стихе, я сейчас попозже туда перейду, но сначала закончу с этими двумя строителями. Здесь интересный такой момент, что написано, что
он благоразумного строителя уподобит тому, кто построил дом свой на камне. И пошел дождь, разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова и не исполняет, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, разлились реки, и подули ветра, и налегли на тот дом, и он упал, и было падение его великое. Вот, и здесь интересно, что вот эти вот люди, о которых здесь написано, что получается подразделяется на два типа. На благоразумных и неразумных. То есть, если нас взять, человечество, получается, что в этой притче Бог не делит ни на три, ни на четыре категории, а только на две. На благоразумных и неблагоразумных. И здесь я когда начал смотреть вот на этих неблагоразумных, здесь доходит вообще до абсурда, потому что написано, что там, где они построили свой дом на песке, разлились реки и подули ветра. То есть получается, что когда они строили дом около реки, они что, не понимали, что эта река будет разлив по весне? Они не понимали, что этот дом будет смыт? Я думаю, что они понимали, потому что это невозможно не понять. На это можно только просто закрыть глаза и со своим каким-то представлением это воспринять, потому что они осознавали, что они строят дом свой на сезон, на время. И они явно понимали, что они не будут в нем жить долго. И для них вот это вот построение дома на песке, около реки, где были реки и где дули ветра, вот, было очевидно, что они, что их дом разрушится. И я думаю, что вот их вот безрассудность не заключается не в том, что они не понимали, где они строят. Они понимали, где они строят. А безрассудность заключалась в том, что они строили это на время, дом, в котором они не собирались жить. И я таких людей видел часто в своей жизни, что они строят что-то временное, сознательно, строят что-то такое, в чем не собираются жить. И, может быть, они строили какие-то свои вот эти временные обители, имея даже какую-то веру, и могут строить отношения в одной церкви, потом пойти и начать строить отношения в другой церкви, начать с этого. И в конце концов это переходит в то, что с Богом у них получается тот же принцип. Они живут по жизни, у них все временное, и надежда на Бога у них тоже временная, тоже земная. Что Павел пишет Коринфянам, по-моему, что есть люди, которые в этой только жизни надеются на Христа. И написано, что если мы такие люди, то мы самые несчастные на земле. То есть получается, что ты можешь верить на Христа, в Христа. Ты можешь верить в Его помощь на земле, что он принесет себе какие-то блага, исцеления, земные удовлетворения. Но у тебя не хватает веры. Или ты сам не хочешь верить в то, что за этим стоит что-то большее, стоит что-то вечное. И вот этот человек, который строил дом свой на камне, который понимал, что он строит что-то вечное, что-то постоянное, то, в чем он будет жить всегда, и он не собирался это менять, это благоразумный человек. Почему? Потому что он слушал слова Бога, слушал их и верил в них. И по этой вере он и строил свою жизнь. И вот в 21 стихе написано, что «не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю моего Отца». Получается, что нам нужно, чтобы войти в Царство Небесное, исполнить волю Отца. И исполнить то, что Иисус говорит, то, что я вам сказал. А воля Отца написана, сейчас я открою, Евангелие от Иоанна, 6 глава. Вообще о воле немного написано, несколько мест, но вот два, по-моему, основных. И здесь вот как бы написано, что такое воля Отца, что нам нужно исполнить. Потому что слова Иисуса, слова Христа, заключаются в том, чтобы мы исполнили волю Отца. И как следствие, ну, задается вопрос, а в чем воля Отца? И 6 глава
40 стих написано, что воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. И что, на что я здесь обратил внимание, что здесь написано, что всякий верующий, не только всякий верующий Сын, потому что мы привыкли понимать и говорить, и учить других, что вера – это важно. Поверим, мы спасаемся, поверим, мы исцеляемся, по вере происходит все остальное, и что вера – это очень важная часть. Но здесь написано не только о вере, что не только верующий написано, а еще и видящий. Получается, что воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына, и даже видящий Сына написано перед верующим, на первом месте, и потом только верующий в Него имел жизнь вечную. Поэтому недостаточно, оказывается, иметь просто веру, недостаточно просто верить, что... Другими словами, я скажу, что недостаточно просто верить, что все, что от Бога, оно является для тебя благом. Нужно еще и видеть, нужно иметь развлечение, нужно иметь зрение, которое Бог должен открыть, сформировать через разум, через откровение, чтобы ты не только верил в Бога, но и видел Его через духовные откровения, через познание, которое Он дает. Недостаточно для спасения, для того, чтобы войти в Царствие Божие, иметь только веру. Это Иисус говорит, что воля Его, чтобы мы не только верили, но и видели. И вот видеть, различать вот эту жену от Бога, нам нужно уметь, что не каждый, кто к тебе постучался в дверь, да, вот хорошо, что у Лёши, да, там есть основания, есть знания, есть видение. И он мог с этими людьми спокойно себя защищать, потому что он знает, о чем говорит. Но если эти люди придут к человеку слабому, да, к человеку, который еще пока не видит, а только верит, верит, что все, что от Бога, оно благо, и они тебе себя представляют, мы от Бога, слушай нас и ешь все, что мы тебе дадим. И тогда уже опасность, тогда осторожно, можно съесть такие вещи, от которых потом просто отравишься. Хорошо, если по носам отделаешься, но можно плохо закончить, потому что Адам закончил, ну как плохо, я надеюсь, что в конце концов он был спасен, но мы впоследствии мы пожинаем от его такого вот слепого доверия. Вот, и, например, евреям написано в 11 главе, что мы можем видеть невидимого. И я прочитаю это место, Евреям 11 глава, 27 стих, написано, что это возможно. И что Павел, предположительно Павел пишет это послание, он говорит, что это реально. 11 глава, 27 стих, что это можно делать по вере. Здесь написано, что верою оставил он Египет, про Моисея написано, убоявшись гнева царского, ибо он как бы в виде невидимого был тверд. И написано, что здесь, опять же, эти два слова, вера и видение, они неразрывные, они идут вместе. Что по вере ты можешь видеть невидимого, по вере Бог может давать тебе такие откровения, такое понимание и убеждение о Боге, что ты будешь действительно видеть Бога. И Давид в псалмах тоже пишет, в 15 псалме, там 8 стих, он пишет, что «всегда я видел перед собой Господа». Потому что он рядом, написано одесную. И Давид не сказал, что всегда я вижу Господа. Он пишет, что всегда я видел Господа. Получается, что я это понимаю так, что когда проходило время какое-то, и, может быть, Давид проживал время, когда он сегодня, вот, например, мог бы сказать, я сегодня Бога не вижу в своей жизни. Не вижу Его руку, не вижу Его помощь, не вижу Его заботу. Но когда проходило время, уже в прошлом времени он мог сказать, что я видел всегда перед собой Бога. Мы можем не видеть Бога сейчас, проживать такие времена, но мы можем видеть по прошествии времени Его руку, что Бог тебя охранял, что Бог тебя спасал в каких-то моментах, что когда-то ты был на грани смерти, на грани еще чего-то такого, от чего бы ты мог очень сильно упасть и не подняться. Но, глядя назад, ты можешь сказать,
был Бог тогда со мной. И всегда, можно сказать, что всегда видел я Бога по прошествии времени. Просто это не должно быть таким успокоением, что я делаю все, что хочу, и Бог меня потом выведет. Нет, это для того, это тебе Бог дает для того, чтобы ты задумался. И если ты видел, что вчера Бог тебя спасал, то если ты не сделал выводы из своего образа жизни и поведения, это не значит, что Бог тебя спасет завтра, потому что это зависит от Него. Если Он увидит, что ты с Его спасением, к Его спасению, к Его заботе, к Его руке в твоей жизни относишься с пренебрежением и являешься вот той свиньей, о которой Иисус говорит, что сам Иисус учит не бросать, да, золото, драгоценности, жемчуг свиньям. И если ты в его глазах будешь этой свиньей, тогда может получиться так, что ты не будешь видеть Бога в своей жизни. Вот. Поэтому это то, в чем мы нуждаемся. Вот это вот видение того Бога перед глазами, реального Бога, где ты можешь сказать, что ты видишь Бога в своей жизни. И важно не только то, чтобы ты видел Бога в своей жизни, но чтобы Бог тоже видел тебя, потому что вот в этой истории, в Матфея 7 глава, 21 стих, здесь написано, что «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но тот, кто исполняет волю. Многие скажут мне в тот день: Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И вот здесь вот написано о людях, которые именем Бога делали такие чудеса, о которых, если вот присутствуют при этих чудесах, наверное, волосы дыбом бы стали, да, здесь написано, что твоим именем пророчествовали, то есть они говорили слова, которые, может быть, предсказывали какие-то события, и написано, что бесов изгоняли, то есть это вот легко так говорить, да, бесов изгоняли, но если присутствовать при изгнании бесов, да, вот Костя тут недавно говорил, что вот он присутствовал при таком событии, то это страшные вещи. И когда ты видишь, что вот реально как изгоняются бесы, то это жутко тебе становится, потому что это не из приятных чувств. И написано, что и многие чудеса творили. То есть здесь многие чудеса, наверное, какие-то исцеления на их глазах происходили, такие исцеления, которые тоже... наверное, какие-то впечатления тебя могли привести. Вот. И поэтому я хочу вот людям, да, которые ставят ставку в своей жизни вот на эту часть, которые вот гоняются за в своей жизни вот за этими чудесами, они думают, что воля Отца, она заключается в этом, чтобы пророчествовать, чтобы изгонять бесов, чтобы чудеса творить. А здесь, оказывается, написано, что они эту волю его не исполняли, потому что этим людям он сказал: «Я вас никогда не знал». Получается, что понятно, что Бог хочет нас исцелить, и Бог хочет изгонять бесов, это все понятно. Но в этой истории написано, что не только в этом его воля заключалась. И потому что они делали это, делали одно – но не делали самого важного. Вот изгоняя бесов, исцеляя других и пророчествовать, они волю Бога не исполнили. Поэтому тем, кто надеется и кто ищет вот в своей жизни вот эти вот моменты, да, вот эти знамения, которые думают, что ну вот, я там молился за кого-то, его исцелил, и ну, ты хорошо сделал, я не скажу, что ты сделал плохо, но просто ты задумайся, что... Бог-то тебя в этот момент знает или нет? Не скажет ли он тебе потом, что я тебя никогда не знал? Что ты, когда это все делал, ты, может быть, и видел, да, Бога в своей жизни. Но важно, чтобы он тебя тоже видел, потому что здесь должно быть обоюдное. Не только ты видишь Бога, но чтобы и Бог видел тебя. Не только ты делаешь что-то доброе, что-то хорошее, и видишь, что это доброе и хорошее, но чтобы Бог тоже видел, что то, что ты делаешь, это соответствует Его воле. Потому что воля Божья написана, чтобы ты не только верил в Бога, но и видел Его, различал Его среди
То есть, что значит видел? Чтобы ты слышал его голос, чтобы у тебя было с ним личное общение, чтобы у тебя были с ним отношения, а ты не только пользовался вот его такой вот копилкой, да, где вот заложены какие-то богатства его, там приходил и пользовался исцелениями, пользовался, потому что написано, что духи пророческие тоже подчиняются нам. И ты просто вот Бог заповедал им духом, да, подчиняться пророческим. И ты это просто используешь. Ну, можно это использовать, но просто нужно все равно искать Бога в жизни. Не только пользоваться тем, что Он дает, а и отдавать Ему то, что Ему принадлежит. Отдавать Ему то, чему Он достоин, это слава. Вот. И я сейчас перейду вот... Евангелие от Матфея, 25 глава, вот, это, там есть история, 25 глава, история о 10 девах. Здесь вот, вот эта вот история заканчивается так, что он в 23 стихе написано: «Я объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть, конец, вот финиш этих людей, трудно здесь сказать, что... спаслись эти люди или нет, вошли они в Царствие Небесное или нет, очень трудно, потому что, скорее всего, нет. Здесь ясно не говорится, но намек такой серьезный, что написано, что не всякий, кто говорит, войдет в Царствие Божие. И что, как закончили эти люди, я не знаю. И здесь написано, что Бог их никогда не знал, и в его глазах, вот эти, кто исцелял, вот эти, кто пророчествовал, вот эти, кто бесов изгонял, написано, что они делали беззаконие. Как это может укладываться в голове, это очень трудно понять. Очень трудно понять человеку, который исцелил кого-то именем Христа, думать о себе, что он в этот момент делает беззаконие. Но это реально, это возможно, это написано. И очень трудно человеку, который именем Христа изгонял бесов, думать в этот момент, что он делает беззаконие. Никто так думать о себе не будет. Все думают, что они точно творят волю Божью, потому что если бы с ними не был Бог, тогда бы они не могли такое сделать. Но можно так рассуждать, но конец говорит о том, что он никогда их не знал, этих людей. И вот в 25 главе здесь тоже речь идет о Царстве Небесном. И здесь тоже в этой притче люди делятся тоже на две половинки. То есть 50% и 50% на благоразумных и разумных. И здесь написано, что речь идет о неких девах. Сначала написано: «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: вот жених идет, выходите навстречу жениху. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же они пошли покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: Господи, отвори нам. Он сказал им в ответ: истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. И раньше, где Иисус говорит этим людям, что отойдите от меня, делающие беззаконие, я хочу сказать немного о том, что такое беззаконие, потому что я как бы сам раньше понимал, и знаю, что люди так понимают, что беззаконие – это, то есть, делать что-то против закона. Может быть, можно так это понимать, но само слово «беззаконие», оно говорится, состоит из двух частей – «без» и «законие». То есть, это что-то без закона. Это то, где закон вообще отсутствует. Это не нарушение закона, беззаконие,
а его отсутствие. То есть вот эти люди, которым Иисус сказал, что отойдите от меня, делающие беззаконие, эти люди, получается, в их жизни вообще закона не было. А закон заключался в чем в тот момент, если по этой притче смотреть, чтобы исполнить волю Бога. И они, когда делали то, что они делали, то, что я перечислил, выше не буду повторять, получается, что они при этом не искали Бога, они не искали, чтобы исполнить Его волю, они не искали, чтобы вот закона Божьего в этот момент не было, было беззаконие. Беззаконие заключается в том, что когда ты не признаешь закон, когда ты его говоришь, что у меня есть свой закон, у меня есть свои правила, и вот я хочу я так жить, вот представляю я себе Бога таким, и будет он в моей жизни таким. И никто мне не может сказать, как я должен верить, как я должен поклоняться и что я должен делать. И здесь то, что вот я лично понял, что Иисус предупреждает, что бы мы ни делали, даже самые на вид такие сильные, да, мощные такие дела, исцеления, там, изгнания, пророчества, чтобы не было в этом главного, чтобы не было в этом беззакония, чтобы цель была не то, чтобы исцелить человека. Исцелить человека неплохо, но цель должна быть больше, чем исцеление. Цель должна быть, чтобы в этом прославился Господь, потому что Он сам говорит, что все, что вы делаете, делайте в мою славу. А все, это в этом заключается самые добрые дела, самые благие намерения. Если они не прославляют Бога, эти дела, то это просто дела гуманизма. Это просто добрые дела, которые Богом никак не будут оценены, потому что смысл того, для чего живет человек, это для того, чтобы прославлять своего Творца, а не для того, чтобы творить добрые дела. Делами можно прославлять Творца, они как инструмент для того, чтобы славить Бога, но не сама цель. Потому что можно делать добрые дела, и Бог будет говорить, что ты в его глазах делал беззаконие, что ты добрые дела делал, но закон самый главный заповедь, самую главную цель убрал просто из жизни. И поэтому вот в 25 главе вот эта история с 10 девами написано, что Царствие Небесное будет подобно 10 девам. И здесь мудрые написано, что взяли свои светильники и взяли с собой масло для того, чтобы выйти навстречу жениху. То есть в чем заключается мудрость вот этих дев? Вообще я вижу вот эти девы, о том, о чем здесь говорится нам в этой притче, это говорится о церквях, это не говорится о конкретных людях, потому что в Библии нам говорит, что Иисус жених и церковь его, это невеста, да? И здесь написано девы, и девы для меня в этой притче это церкви. Здесь Бог говорит церквям и их лидерам. Я объясню, почему я думаю, что лидерам. Вот, 5 мудрых дев взяли с собой светильники и взяли с собой масло. То есть светильники у них были для того, чтобы... Для чего? Для того, чтобы, если вдруг жених придет в темное время суток, и для того, чтобы в темноте можно было увидеть жениха, нужен был светильник. Нужно, и для того, чтобы жених тебя тоже увидел, ты должен как-то светиться, потому что в темноте ни ты его не видишь, ни он тебя не увидит. Для этого нужен был светильник. И светильники нужны для того, что ты не знаешь, когда он придет. Здесь написано, что бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда он придет. И что вот понимается под светильниками и под маслом, здесь, наверное, нет какого-то конкретного объяснения, потому что для меня вообще эта притча одна из самых сложных. И я постараюсь, как я ее понимаю, объяснить, вот что я понял, что Бог может говорить нам через эту притчу. Но это не значит, что это нужно понимать только так, как я говорю. Может быть, кто-то что-то увидит в этой притче свое. И я думал, что такое светильники и что такое масло.
Можно много сюда и веру, да, и Святой Дух, и еще что-то, и какие-то добрые дела вкладывать. И как бы под этим что-то можно будет, может каждый понимать. Но я понимаю, светильники это лидеры церквей. Для меня это лидеры, потому что что является лидером церкви? Это кто является светильником церкви? Это лидер, это пастырь, это какой-то священник, да, который является тем человеком, который ведет свою церковь в правильном направлении. Потому что, вот опять же вернусь, да, Алексей сказал, что вы обмануты. Это он сказал тем двум людям, которые к нему пришли. Он сказал, что вы обмануты, вы знаете половину правды, вы не знаете всего того, о чем говорит Библия, что вы знаете какие-то азы, поверхностную информацию о Христе, но только наполовину. И я тоже вижу, а почему? Я тоже вижу это так. Почему? А потому что лидеры им не объяснили правильно то, что Бог говорит, потому что они не научили правильному учению, не несли правильное учение в своей церкви, поэтому из-за лидеров вся церковь может быть обманута. Вся церковь, представляете, и не важно, какое там количество людей, хоть 10 человек, хоть 100 человек, хоть 1000 человек. И Иисус тоже в одном месте сказал что фарисеям, что вы обойдете море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного человека, и когда обратите, сделайте его сыном гиены вдвое худшим, чем вы сами. И представляете, что от кого это исходит? От лидера, от того, кто пошел кого-то обращать в свою веру, и у него это получится, обратить в свою именно веру. Но результат будет такой, что того, кого он обратит, и того, кого он увлечет за собой, он сделает сыном гиены вдвое худшим, чем он сам. То есть получается плод отрицательный, плод такой, что ты сам, грубо говоря, да, как бы, ну, обманутый, и тот, кого ты обратишь, будет еще хуже даже, чем ты. То есть тот, кого ты обратишь, потом, когда тоже пойдет за кем-то, кого-то обращать, соответственно, сделает еще вдвое хуже, чем он сам. И получается в отрицательную сторону геометрическая прогрессия, что один обратил другого, сделал его вдвое худшим, чем он сам. И тот, кого он обратил, пошел обращать другого, если следовать этому математическому принципу, сделает человек уже, получается, еще вдвое хуже. Это уже в 4 раза хуже получается. Поэтому от лидера очень много зависит. И лидер в церкви должен быть горящим, должен иметь помазание, должен иметь видение правильное, видение и веру для того, чтобы церковь свою правильно вести, чтобы церковь свою правильно учить. И не называться вот этой женой от Бога, да, которая дает тот плод, от которого потом можно отравиться. И дальше написано, что вот, так как жених замедлил, то задремали, все и уснули. Но в полночь раздался крик: вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда все поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. И мудрые отвечали: что бы ни случилось, недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. И получается, что такое масло, которое гаснет? Если подразумевать под этим дух, тогда у меня возникает вопрос, что как я могу просить у них духа, чтобы они мне его дали, и даже если они мне его дадут, тогда как получится, что недостаток получится и у них, и у нас? Не нахожу ответа, как будто не может такого быть. Если подразумевать в этом веру, то тоже, как я могу дать кому-то веру, и если я ее ему дам, то как я тогда сам буду недостаток испытывать? И я вот здесь вот просто увидел, что вот эти вот неразумные девы, они поняли свою нужду в тот момент, когда Иисус к ним приблизился, в тот момент, когда им нужно было сделать что-то, чтобы Бог их заметил и не прошел мимо них, и чтобы Он их заметил, и они его увидели. Они поняли свою нужду в том, что им не хватает масла, что у них светильники-то есть,
что должность лидера есть в церкви, да, как светильник, но он не горит, он не дает то, в чем церковь нуждается, он не является вот этим помазанным от Бога человеком, помазанием, которое в нужный момент будет гореть масло в светильнике, и он, и вся, и он поведет свою церковь в правильном направлении. Поэтому вот эта церковь, да, образно говоря, да, вот эти пять церквей, пять дев, у которых просили вот этих лидеров, да, горящих лидеров с правильным видением, с правильным, с помазанием, да, конечно, я понимаю, что если бы они их отдали в тот момент, то они бы сами бы нуждались, эти церкви. И с другой стороны, что уже и те бы пять не успели ничего сделать, потому что уже, как говорится, есть такая пословица, что коней на переправе не меняют, да, что это не тот момент, когда нужно что-то менять, это не та ситуация, где нужно какие-то кардинальные там изменения проводить. Нужно было думать об этом раньше, нужно было готовиться к этому моменту, чтобы, когда этот момент наступит, не начинать суетиться, бегать, метаться, искать выхода вот этого масла. Нужно было не просто иметь светильники, а еще им, чтобы масло в них было. Поэтому это то, о чем нужно сейчас заботиться. И на тот момент, когда Иисус писали эту притчу, здесь вот Царство Небесное написано, что 5 и 5, да, 50%. Получается, что если так смотреть, то как минимум половина, да, если по этой притче смотреть, половина христианских церквей, христианство, да, оно находится вот в таком положении, где если сегодня придет жених, и они вот будут иметь такое поведение, и будут иметь такую нужду, поэтому, может быть, даже сейчас и больше процент, я не знаю, вот, но судя по этой притче, половина, и судя по притче о тех двух строителей, что все люди делятся более-менее пополам. Поэтому об этом стоит задуматься, и об этом как бы стоит помнить, что воля Отца заключается не в том, чтобы только верить, а чтобы еще видеть. Потому что Иаков пишет, что бесы тоже веруют и содрогаются, что у бесов есть вера, но у них нет видения для того, чтобы на то, чтобы прославить Бога. У них нет видения самого Бога, самого Спасителя перед собой. Но вера есть, и они знают, что с ними будет и что их ждет. И поэтому вот здесь написано, что когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие дела, и говорят: «Господи, отвори нам». Он же сказал в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Здесь вот Иисус похожие слова говорит этим девам, да, что «я никогда не знал вас». Но есть небольшая разница, что в предыдущей истории он сказал, что «я никогда не знал вас, вообще никогда не знал вас, и отойдите от меня, делающие беззаконие». Но здесь написано, что «я не знаю вас». То есть он не знал их на тот момент, вот на ту ситуацию. А получается, что они раньше, значит, он их все-таки знал, вот этих дев. Значит, раньше у них были моменты в их жизни, когда Бог их видел. И когда он видел их, наверное, теми, у которых есть не только светильники, но и масло горит. И здесь как будто бы притча так грустно заканчивается, да, он говорит: «никогда не знал вас». Но на самом деле то, что мне оставляют надежду здесь, вот в этой истории, что все-таки это были девы. Что это здесь написано, что не просто женщины, а девы. То есть что такое дева, да? Они все-таки были непорочные, все-таки они своей верой, своим стремлением, искренним своим желанием, наверное, хотели быть верны жениху, потому что иначе было бы написано по-другому. И то, что мне оставляет надежду для вот этих вот пяти неразумных дев, то, что написано, что Царствие Небесное, то, с чего начинается притча, подобно десяти девам. Здесь написано, что Царствие Небесное
написано 10, а не 5 девам. То есть не написано, что Царствие Небесное подобно 5 разумным девам. То есть вот эти все 10 дев, в конце концов, оказались в Царстве Небесном, потому что так написано, что Царствие Небесное подобно 10 девам. Но просто, находясь в Царстве Небесном, они не попали на пир к жениху. То есть, это, конечно, очень большой вопрос, да, как вот это понять, но судя по тому, что я вот размышлял, потому что Библия нам говорит, что все-таки мое личное мнение, что на небе будет не одно место, где будут спасенные, что не является только один какой-то рай и одно какое-то Царствие Небесное, потому что Библия в некоторых местах говорит и даже говорит такие вещи, что награду тоже получает один человек, хотя вот Павел пишет, хотя бегут все, но награду получают один, то есть будут те, которые просто дойдут до финиша, дойдут до конца, но будут те, которые получат награду. Что это награда, я не знаю. Может быть, это является именно вот быть на пиру, на свадебном пире, да, где ты будешь внутри, не за стенами этого пира. Может быть, будешь спасен, но спасен таким образом, что без награды быть на свадьбе. Может быть, вот эти девы были в таком месте, и я считаю, что сейчас, живя на земле, вот я вначале говорил, что если мы надеемся на Христа, да, Павел говорит, в этой только жизни, то мы самые несчастные люди, то получается, что можно жить вот на земле и уже быть на этом пире, жить таким образом, что ты можешь ощущать, что ты являешься той частью, где Бог уже начинает проявлять для тебя в твоей жизни вот эти вот дары, вот эту награду, ты можешь пользоваться его привилегиями уже сейчас, не тогда, когда ты уже дойдешь до конца, а уже сейчас мы можем ощущать этот пир, а можем и не ощущать, можем быть вот этими 5 неразумными делами и надеяться на Христа только в этой жизни и не ощущать спасения. Мы сегодня вот начали говорить, да, что и Вадим говорил, что христиан спрашиваешь, ты спасен? Он говорит, нет или не знаю. О чем это говорит? Что он не является тем верующим человеком, который вошел на пир, в радость, да, вошел, ту, которую Бог приготовил. А есть те христиане, те верующие люди, которые говорят, что они спасены. И что это говорит? Это говорит о том, что они уже на этом пиру, что они уже начали процесс праздника. Конечно, лучшее будет потом, лучшее будет впереди, но начало уже есть. Ты уже вошел вот в то, что Бог для тебя приготовил. Вошел не только по вере, но и потому, что ты еще и видел, искал вот видение явное, да, ясное понимание в своей жизни, как исполнить волю Бога, что ты не просто вот пошел на первый зов, да, к той жене, которая говорит, я от Бога, да, и научила тебя там делать разные чудеса, пророчествовать и изгонять бесов. Не только это, но то, что ты понял, что есть еще больше, что хорошо кому-то помогать, хорошо кому-то там помогать в исцелении, пророчествовать и бесов изгонять. Но самое главное не это, не в этом воля Отца заключается. Воля Отца заключается в том, чтобы ты его видел, и он тебя видел, не только в одну сторону. Вот, потому что ты можешь видеть и говорить о Боге, что я знаю Бога, но очень важно не то, что ты о Боге говоришь, а что Бог говорит о тебе. Это больше важно, чем первое. Вот. И поэтому, в принципе, я на этом хотел закончить. Вот, но все-таки вот эта вот сложная притча о 10 девах, она не убивает, все-таки оставляет надежду на то, что все-таки вот эти 5 неразумных, хотя они не попали, написано, дверь затворилась именно на пир, но они описаны как то, что они все-таки в Царстве Небесном оказались. Вот, поэтому хорошо быть спасенными, да, но быть спасенными это одно, но нужно быть спасенными таким образом, чтобы ощущать это спасение уже сейчас, чтобы начинать
испытывать радость спасения не тогда, когда ты туда придешь, а уже сейчас, потому что это реально, это возможно, и Бог для этого все сделал. Это в этом заключается смысл. Вот. Иначе, если эта цель не достигнута, тогда получается, что мы в этой только жизни надеемся на Христа и самые несчастные люди, как говорит Павел. Ну все. Спасибо.